советской техники огромный шагающий экскаватор застрял у Крубрянска. Видите, какие лапы? Этими лапами он передвигается по поверхности. Колес у него нет, а лапы двигаются вперед-назад, и он передвигается. Он самый огромный, больше, чем тепловоз. Ковш находится внизу. Кабина для персонала. Там внизу опора круглая, в которой он крутится. А лапы не опорные, а просто для передвижения используются. А опора внизу находится. Огромные механизмы просто. Просто воспоминания о советском прошлом, когда такие машины создавались. Вон лестница по стреле идет до самого верха. Внутри гудят механизмы, шумят птицы. А вот вращающая платформа. Видите, как ролики устроены? Сейчас к ковшу подойдем. Ковш он огромный, под водой находится. Вот такая у нас техника. Советская гордость была.